Ну что ж, уважаемые зрители, такая тема возникла просто для обсуждения, для рассмотрения со статистической точки зрения. Соотношение вооруженных людей к невооруженным людям просто среди населения по сравнению со старшими школами. Старшая школа, это имеется в виду последние 3 класса. Как раз то, где в основном происходит, к сожалению, массовые расстрелы. Ну, и там, где издевательства на школьниках происходит почему-то больше. Взял статистику с 99 по 2000 год, не нашел более нового. Да и не нужно, наверное, более новый. Если в среднем посмотреть, то получается 752 человека в школе. Давайте запишем. Средняя школа 752 человека. 752. Это не значит, что получилось. Что-то получилось не то. 7, 5, 2. Количество взрослых в этой школе нам сейчас не нужно. То есть, посмотрели. Теперь давайте посмотрим с точки зрения оружия. Сколько вообще в США полицейских? В США сейчас 1 миллион 100 тысяч полицейских. Из них 765 будет те, которые дают присягу и, соответственно, и носят оружие. К ним можно добавить еще 44 тысячи тех, кто не на полной ставке. Берем. Попробуем. Восемьсот девять тысяч. Хорошо. Еще в США есть федеральные агенты. Их примерно 120 тысяч. То есть 40 федеральных агентов на каждые 100 тысяч человек, теоретически. Ну, берем 120 тысяч. Давайте посчитаем, сколько получается в сумме вооруженных полицейских в стране. Вот теоретически население. И давайте посмотрим, как это получается. То есть, если мы возьмем, разделим, как мы разделим? Мы разделим сначала на 100 тысяч, то и другое. То есть, чтобы получить на 100 тысяч. Это делить на 100 тысяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правильно? То есть у нас 3250 сотен тысяч населения страны. На каждые 100 тысяч, соответственно, мы получаем что? Если взять количество правоохранительных агентов с оружием, на каждые 100 тысяч. 285 на каждые 100 тысяч. Возьмем 286. Это на 100 тысяч. А если на человека, то получится уже другая цифра, как вы понимаете. Давайте посмотрим соотношение. То есть, если посмотреть на одного человека, то надо получается 286 делить на те же самые 100 тысяч. И получаем 0,02. То есть, ну, реально говоря, конечно, получаем. Давайте округлим. 0,03 на каждого человека. Что это значит? Ничего этого не значит. Это получается реально на 1000 три полицейских агента. Правильно? То есть, реально говоря, на 1000 это 3. Другими словами.
Возьмем школу. В средней школе мы смотрели 752. Тут обычно один полицейский агент. Это полиция имеется в виду. Если мы возьмем это на 1000, то получается что? Как вы так посчитаете? Посмотрите, на 752, в среднем один. Да и то, совершенно не обязательно, что он вооруженный. Ну, посчитаем, что вооруженный. Сейчас есть штаты, которые вообще убрали вооруженных полицейских из школ, типа Нью-Йорка. Ну, давайте разделим. Это у меня, извиняюсь, сейчас сбилось. Это на 750. Вот эти соотношения, просто для тех, кто понимает. Это мы сейчас говорим чисто о полиции. Теперь давайте посмотрим на людей с оружием. Я не считаю кого-то еще. Чисто смотрю количество людей с лицензиями. Есть громадное количество штатов, в которых, ну, сравнительно громадное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать штатов, в которых ношение не требует разрешения. Это многие-многие миллионы людей. Но я их считать не буду. То есть буду пользоваться только теми данными, которые у меня есть. Количество людей с лицензиями на 2016 год, 2002 года назад. В среднем от миллиона добавляется в год. Но я этого считать не буду, беру только это. Хотя это Washington Post, они, скорее всего, убрали. Считаем, что людей с оружием 14,5 миллионов из 325. Давайте посчитаем, на какое соотношение мы здесь получаем. Возьмем эти 14,5, разделим на 325. Извиняюсь, что-то это у меня. Потому что я пишу на русской клавиатуре, компьютер меня не понимает. 22. Что это значит? Потому что неправильно разделил. Так, секундочку. Еще раз. Не любит Excel русского языка. Ну, что поделать. 4%. Что такое 4%? Если мы имеем в виду 4% от населения имеет лицензию для скрытого ношения. Берем те же самые 100 тысяч. Если на 100 тысяч то есть 100 тысяч, 4,5 тысячи людей будет с оружием гражданских. А из 1000 мы делаем то же самое. Сорок четыре. Один меньше одного практически. Чуть больше одного, там полтора человека получается здесь. Это реально говоря 1.3 полицейского на 1000 студентов. Три полицейских на 1000 обычных горожан. 44 человека с оружием гражданских. Так как вы думаете, кого больше всего боятся преступники? И почему соотношение в школе
хуже, чем даже просто соотношение полиции к обычным людям. К примеру, если добавить, в каждой школе обычно 50-100 работников, включая преподавателей, администрации и просто работников школы. Посчитаем, что вооруженных людей, преподавателей в школе. Ну, скажем так, возьмем чисто консервативно. Ну, 2-3 человека, 5 человек можно. Возьмем 3 человека. И уже получается, четыре вооруженных человека в школе. Полицейский, да никуда это не уйдет. Он там не для охраны находится. Вы не понимаете, полицейский здесь не для охраны, а для чисто занятий, для усмирения там и так далее. Это совсем другое дело. Да, они выпускают, выполняют иногда роль охраны, потому что единственный вооруженный человек в школе. Если мы посчитаем, что вот добавить вот просто трех человек в школу, то мы уже получаем соотношение чуть ли не в два раза больше, чем просто на улице. Да, это совсем невозможно сравнить соотношение гражданских, но мы говорим чисто о людях, которые обучены, потому что никто никого не заставляет вооружаться. Для тех, кто не понимает, разговор идет о том, чтобы дать эту возможность и еще и обучить. Это не просто типа, вот ты сейчас должен носить пистолет, там, Иван Васильевич, или Марья Ивановна, вот тебе пистолет, засунь свою сумку с собой носить. Нет, об этом вообще никто не говорит в принципе и никогда не говорил бы, потому что логика здесь работает. Просто есть очень много сопротивляющихся. Разговор идет о том, чтобы сделать специальные курсы, обучение для преподавателей. Например, там, где я живу, наш шериф эти курсы уже ввел и программу создал. И там университетские уже подключились. И, по-моему, школа какая-то тоже подключилась. Их учат, что делать. И это 12 недель курсы. 12 недель. Для тех, кто не помнит, обучение полиции, по-моему, 6 месяцев. А что такое 12 недель? Это 3 месяца. То есть те, кто хочет, может и просто действительно идет в эту программу, вот таким людям идет разговор о том, чтобы дать им возможность иметь в школе оружие. И вот получается соотношение совершенно другое, чем сейчас. Потому что сейчас самое худшее место получается это школа. Не сравнить с улицей, там где особенно в нормальных штатах. Не сравнить просто вообще с любым другим местом, куда имеет доступ обычная полиция. Просто соотношение внутри школы и за пределами школы практически в 3 раза хуже в школе. Потому что школы это зоны без оружия в большинстве штатов. Не во всех. Для тех, кто не знает, и наверняка многие не знают, есть штаты, в которых давно преподаватели имеют право носить оружие скрытно. И знаете, мы пока не слышали ни одной стрельбе в таких местах. И скорее всего не услышим, потому что те же студенты это знают. И ничего там делать не будут. Это не значит, что он безопасен. Те же самые студенты, у них тем же макаром мозги могут быть пойти куда-то улететь вместе с их разумным пониманием. Вот почему-то там ничего не происходит. Почему? Хороший вопрос. Может, потому что они действительно пытаются стать отрицательными героями. Выйти куда-то на телевизор, чтобы их имя и лицо знали. Может быть, они просто понимают, что если туда пойдут, то все, что они добьются, это самоубийство. Или сесть в тюрьму на остаток жизни, даже ничего не сделав. Этого я не знаю, но я здесь просто сравнил по цифрам. Вот, соотношение гражданское
Даже если считать, как некоторые утверждают, что всего 3 миллиона носят оружие. Всего 3. Но вот эти 3 миллиона все равно в 3 раза больше, чем просто полицейских. И федеральных агентов вместе взятых. И эта цифра еще из либерального по США, имеется в виду левосоциалистического источника. Washington Post, одна из самых левых газет. Только во Флориде 3 миллиона людей носят, понимаете? То есть, скорее всего, ближе сюда. Это причем не учитывает те штаты, где оружие просто разрешено без лицензии. Вы давайте закончим эту тему, посмотрев вот такую вот картинку. Вот, начиная с 86 года. Синие называются, появляются лицензии, которые выдают. Не может быть, а выдадут. То есть вот так вот появляются лицензии для ношения в США. Красные это там, где не выдавали вообще. Видите, до сих пор есть какое-то место, где нет. Все, видите, осталось только несколько желтых мест. Это в основном левые демократические штаты. А зеленые, это были те, где вообще лицензии не требуются. Видите, есть уже и так штат с самого начала, который лицензии для ношения не требуется. Было куча штатов, которые лицензии не выдавало. Это же тоже... То есть, чем больше такого происходит, тем меньше преступность. Видите, на Аляске уже разрешено, так далее, начинаются разные штаты. Вот Арканзас пошел. Вот так вот. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Немножко о оружии и соотношении чего в США. Спасибо за внимание. До следующего видео.